вы, как вас зовут, если можно? Меня зовут Саша Александрова. Мы здесь все собрались, крымчане местные, которые рождены здесь. Мы говорим на русском языке, но мы граждане Украины, и мы патриоты своей страны, в которой мы родились. Мы не хотим в Россию, мы не хотим, чтобы Россия была здесь, мы хотим, чтобы вернули все обратно. Мы хотим жить в Украине, в Крыму, в нашей любимой славной автономии. Мы ее любим, будем защищать, как можем. Многие ставят равно русские, значит, хотят в Россию. Почему вы не хотите в Россию? Мы русские украинцы. Мы по паспорту и по гражданству украинцы. Но этнически так сложилось, что мы русские. Но мы благодарны им на своей стране, которой мы прожили всю свою жизнь. И мы не хотим в другую страну. Для нас Россия — это чужая страна, чужой народ. Что Украина вам дала? Вот, Мне она дала два высших образования. Она дала мне мою историю. Моих родителей, они родились тоже здесь. И я здесь живу, работаю, учусь. Вот. Ну, многие считают, русские, которые хотят в Россию, считают, что там лучше социальные условия, там выше пенсия, зарплаты, что такое. Это не мешает сделать это здесь. Это раз. Во-вторых, наверное, эти русские не были в России. Я была в России, я так не думаю. А что вам там не понравилось? Если так. Я не буду говорить против чужой страны, но мне нравится в моей стране то, чего нет там. У нас есть свобода слова, свобода воли. У нас есть зачатки демократии, которые мы только начали добиваться. И мы хотим продолжать в этом же русле. Как вас зовут? Саша. Саша. Спасибо большое. Пожалуйста.